Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим один из самых вкусных кексов из советского прошлого – свердловский. Для его приготовления нам понадобится 200 грамм пшеничной муки, 85 грамм сгущенного молока, 110 грамм сахара, 130 грамм сливочного масла, 2 яйца, 130 грамм изюма, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 столовая ложка десертного вина, ванилин. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и оставить до размягчения в комнате. Изюм промываем и обсушиваем на салфетке, чтобы удалить лишнюю влагу. Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. А теперь приступим к основному процессу. Размягченное масло взбиваем на средней скорости с сахаром и ванилином до побеления и пышности. Добавляем тонкой струйкой сгущенное молоко, не переставая взбивать до однородности. Продолжая взбивать, по одному вводим яйца. Тщательно перемешиваем, чтобы тесто не расслоилось. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Я предпочитаю делать это вручную. Если хотите, можете использовать миксер. Долго вымешивать не надо, чтобы тесто не потеряло воздушность. Добавляем в тесто изюм и вино, перемешиваем. Для выпечки кексов я использую силиконовую форму, ее не нужно смазывать и из нее легко вынимать готовые изделия. Тесто выкладываем в форму и разравниваем. Можно постучать формой о стол, чтобы тесто равномерно распределилось и вышли пузырьки воздуха. Духовку разогреваем до 170 градусов и ставим кекс выпекаться примерно на 1 час. Готовность проверяем деревянной зубочисткой или спичкой. Если палочка сухая и чистая, то кекс готов. Если нет, оставляем его в духовке еще минут на 10 и снова проверяем готовность палочкой. Когда кекс испекся, достаем его из духовки и оставляем до полного остывания. Трещины на поверхности кекса можно считать фирменным знаком. Вы сделали все правильно. Кекс в меру влажный, с приятной сливочной ноткой. А если он постоит ночь, то на следующий день станет еще более вкусным. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».